Пашка! Пашка, куда гонишь? Встань за спину к Дане! До финиша 20 еще, сейчас секунд пойдет! Встань смену! Через 5 поменяетесь! Давай, давай! Папка зря не посоветует! Так, глядишь на моей спине до финиша и допилишь! Боишься, я медальку отберу? Да бери, не жалко! Только тебе самому-то не стрёмно, что тебя за мой счет чемпионы тащат! Эй! Вы, медведи на велосипеде, что там за разговорчики, а? Перейдем к приседаниям. Зачем вам это нужно? Я не понимаю. И? Раз. Да, пожалуйста. Боль по 10-бальной шкале. Где-то на 4-ку. Так. И? 2. Хорошо, на 7. Бегали? Разве это бег? Это позорище какое-то. Ортопедические стельки носите? Да, конечно. Ботинки снимаете? Ах, да, я как раз сегодня забыл их надеть. Да все, все. Я обещаю, буду носить. Сергей Сергеевич, у меня тут не ясельная группа. Я не буду следить за тем, как вы хорошо кашу кушаете. Хотите бегать? Вперед! Тяжести таскать? На здоровье? Наркоманом желаете стать? Да пожалуйста. Но при таком образе жизни вам недолго осталось ходить. Пугаете? Валь, ну, короче, все. Туши свет, Федынин пропал, вот отчет о вскрытии у меня завис. Куда пропал? Что это значит? Откуда я знаю? Я вообще ничего не поняла. Он написал, что ему нужно срочно уехать, что он будет у брата в Кабардинке, но просил никому не говорить. И телефон еще выключил. В общем, я отчета жду от него 2 дня. Ну, подожди еще полчаса, найдем кого-нибудь, будет тебе вскрытие. У меня пациент, не видишь? Нет, нет, мне вскрытие делать не надо. Извини. Это счастье, которое вы не цените. Сергей Светович, я все понимаю. Вы привыкли людей спасать и себя не жалеть. Но теперь уже вас нужно спасать. Переключайтесь на эту задачу. Так вы только вдвоем сегодня дежурите? Из нашего отряда только я и Кружко. А вы, по-моему, не Кружко. Зачем пришли, если не дежурите сегодня? Просто так. Пообщаться с коллективом. Соскучились, понятно. Давно пришли? Я? 40 минут назад. А остальные уже здесь были? Ну, Игорь был. Соня пришла сразу после меня. Фомин только что ушел, у него ночное дежурство было. А командир и доктор ваш? Пока не появлялись. А что случилось? В чем дело? Вы алиби наши проверяете? Да нет, не волнуйтесь. Впрочем,
У вас такой бедовый отряд, что вам каждому не помешает алиби. Ну, пойду с остальными пообщаюсь. Да, забыл спросить. Алабен, вы помните пожар в клубе Горгона чуть больше года назад? Помню. Вы тогда всех допрашивали. Но я на том пожаре не был. Это я в курсе. А где вы были в тот момент? Не помню. Совсем? Я не помню, как проводил выходной год назад. Ну, нет, так нет. Спасибо. Пашка! Пашка, сынок! Ты живой? Потерпи. Потерпи, я сейчас. Алло, МЧС! 3247, принимайте вызов. Группа велосипедистов попала на трассе под камнепад. Много пострадавших. Дорога перекрыта, высылаю точку. Войдите. Шучу, товарищ генерал. Сергей Саидович, наконец-то. Проходите, садитесь. В ногах, правда, нет. А вы знаете, я вообще не сомневался, что вы примете правильное решение. Правда, вчера вас все искали чуть ли не с собаками. Вот, переполошили всех. А я был уверен, что Гиреев обязательно вернется, придет. Произошло недоразумение, товарищ генерал. Захотелось побыть одному, подумать. Вот меня и потеряли. Ну, это, конечно, как-то безответственно с вашей стороны. Ну, в свой выходной можно и потеряться. Ну, когда вы готовы приступать к новой должности? Готов приступить немедленно. Не все еще проводки проверены в городе Сочи. Опять же, пожарные щиты, огнетушители. Ну, каждый огнетушитель вам лично проверять не по чину. Но есть один клуб. То есть клуб не по чину. Вот стану полковником, может, театры начнут доверять. А давайте без шуток, Сергей Саидович. Виноват. Дело, в общем-то, не в клубе. Просто через 2 дня там состоится концерт. Приедет из Москвы Лиана Мануйлова. Ничего ж себе. А кто это? Дикий вы, Сергей Саидович. В общем, там соберется целая толпа. Будет элита всего города. Нужно, чтобы комар носа не подточил. Не переживайте, не подточит. Вот выписка из приказа о вашем назначении. Да, и возьмите кого-нибудь из молодых с собой. Пусть учатся ребята. Есть. Прошите идти. Идите. Привет. Простите, опоздал. Все тихо пока? Лень, вот не был бы ты новичком, я бы тебя сейчас втащил. Никогда не задавай этот вопрос. Понял. Чтоб не сглазить. Больше не задам. А ты чего такой привитый, Лень? Я ж тебя не бил еще. А вы почему? Да вот следователь приезжал. Тобой, кстати, тоже интересовался. А мной ты чего? Ребятки, вызов у нас! На серпантине сошел оползень, велосипедистов камнями завалило. Выезжаем полным составом. Полным составом, Ашот! Накаркал. Снарягу обвязки берем по полной программе, по максимуму. Мася! Мася, ты когда на самокате в последний раз-то? Ну, давно и что? Зато в детстве знаешь, как я рассекала? Да, ты даже на велике и не катаешься. Да потому что там педали нужно крутить. А у меня сустав, ты же знаешь. А на самокате встал и катись, и волосы по ветру. Так, подожди. Держи. Может, не надо? Веня, ты хочешь испортить мне отдых? Ну что ты, не дай бог. Вот именно. И ничего сложного. Не разгоняйся, Васечка! Умоляю, не разгоняйся! Так. Липкина? Которая на пожаре погибла. Под нее копаешь? Ага. Взяла в универе, личное дело, видишь? Не. Оценки проверь. Согласен, не смешная же.
Я тебя прошу, Леньку с карандаша сними моего. Ну, правда, он хороший парень, не убийца. Уже нет. Кто на новенького? Ладно. Фомина брала в разработку? Да подожди, твой Фомин. Вряд ли у него что-то могло быть с этой Ириной. В отличие от Волошина. Волошина? Серьезно, он следак? Запросто. Ирина проходила у него в отделении практику от универа. Ты знал? Нет, и что? Посмотри. Так, ну, допустим, они знакомы. И ты же вчера сама его с Валентиной запалила. А эта Валентина была лечащим врачом Ирины после пожара. Это ты знал? Нет, и что? То, что, возможно, он сошелся с ней. Именно потому, что она пыталась вылечить его любимую женщину, он пытался доказать вину спасателей, не смог этого сделать и пошел их убивать. Ну... Да не мог он Дронова убить. Его просто на аварии не было. Он запросто мог там быть. Подойти к вашей аварии с другой стороны, оставить там канистру и смыться. Никто его даже бы не заметил. И, кстати, на поминках он был и мог кинуть провод под Нефедова. Ну, не знаю. Алло. Да, старик? Что, на базе вообще никого нет? Ладно, сейчас приеду. Что? Серьезно? Друг твой на базе сегодня был утром. Спрашивал, кто где? В смысле, какой еще друг? Волошин, что ли? Да. Что? Юль, ты чего? Да что за кипиш? Пашка, сынок, ты как? Как? Ты потерпи. Паш, я сейчас. Паша, я сейчас. Эй, Сашка! Сашка, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда! Быстрее! Нормально? Что делать? Что делать? Что делать? Давай! Помогай! Помогай! Тяни! Тяни на себя! Ну! Нет! Нет! Ты что? Нет! Что? Нельзя поднимать, пока лежит. Дерните, дай ему упадет. Что? Сначала его, потом меня. Как же? Так у тебя... У тебя же ноги передавило, а? Ну, кровь не поступает. Ты еще инвалидом станешь. О спорте забудешь. Правда, ну и ладно, задолбаться со своим спортом. Да не упадет. Яков Егорыч. Стоп. Там Ваньке совсем плохо. Я что сделаю? Пап. Сейчас МЧС приедет. Пап. Ты тренер у всех. Иди им помоги. Паш, да. Сейчас, зай. Иди. Ух ты! Прохоров, занимайся пострадавшими! А что? Разруливай с транспортом! Сюда! Сюда! Скорее! Сюда! Там сын ноги придавило, а вон дерево. Дерево снять не дает. О, сейчас будем думать, как его вытащить. Игорь, этот фронт работ на тебе. Есть. Семечки, ко мне, быстро. Черт. Давай. Так, ну что тут? Доктор, ему ноги передавило. Но сколько у нас времени, чтобы ему ноги спасти? Может, полчаса, а может быть, меньше. Я ведь не вижу, что у него там под деревом. Ну, что делать? Так, успокоиться. Держите. Сейчас мы ему сделаем обезбол, будет полегче. Спасибо. Это мой сын. Даня, спасите. Спасем, Пашка. Потерпи. Так, первым делом его надо зафиксировать. Давай. Ну как? Я же не достану. Семечкин, возьми этот трос и закрепи это дерево. Потом страховки доползи до парня и постарайся надеть на него страховку. Так нельзя. Ты мне запрещать будешь? Ну, во-первых, пока мы будем фиксировать дерево, а потом ползти по нему, это дерево еще сильнее придавит ему ноги. А во-вторых, при малейшей тряске... Лямка рюкзака соскользнет или вообще порвется. Вот. Мы, в конце концов, с тобой людей спасаем, а не деревья. Ребята, доделайте хоть что-нибудь! Товарищ тренер, пожалуйста, занимайтесь подопечными, нас не тренируйте. Это что такое? Очнулся. Вы где все? Только
Тихо, спокойно, не шевелись. Просто не шевелись, и мы тебя вытащим. Мне больно. Я понимаю, что больно, но постарайся не шевелиться, ладно? Дань, держись, потерпи, они тебе помогут. Моему другу тоже больно, ему твоим деревом сейчас ноги придавил. Другу? Пашка, ты там, что ли? Я, да. Я здесь, не бойся. Это что же? Как же соревнование теперь? Вань, ты на ногу больной или на голову? Вопрос, конечно, грубый, но логичный. Эти соревнования ты пропустишь. Так что давай начинай готовиться к следующему. Но только морально, понял? Венечка! Ты меня на видео снял? Галки отправлю! Да снял, снял! Ну, давай, закругляйся! А я и закругляюсь! Вася! Давай, тормози! Я торможу, торможу, зануда такой! Сейчас, подожди! Что-то я не наблюдаю торможение! Лень! Что? Лень! Оно не тормозит! Не волнуйся, цыпленочек, аккуратненько, пожалуйста, нажимай еще раз и дай клавиш. Поставили, Тони! И дай. Интересно. Ты что так напряглась? Мне казалось, вы с этим Волошиным заодно. Так и мне так казалось. Но теперь я понимаю, что он за что-то совершенно другое. Интересовался, значит, кто когда пришел и кого нет? Ну, он сначала ребят во дворе опросил, а потом ко мне поднялся. Что, прошелся по всей базе? И на кухню заходил? Ну, я тут все время был. Не видел, куда он заходил. А вот очень жаль. Че ты думаешь, он жучков везде понаставил? Вариант, кстати, не самый худший. Данила, я врач. Не-не-не, не оборачивайся. Не надо. На меня не смотри. Тут ничего интересного. Ты просто скажи, где тебе больно? Плечо. Плечо? Левое плечо. Ага. Сустав выбил. Это мы вправим. Игорь, Витя до него не дотянется. Он далеко висит от края. Так я маятник качну, зафиксируюсь и дотянусь. Да нет, ты его столкнешь, кружко права. Так я сразу схвачусь. Ну, а если не удержишь? А давай вместе. Это как? Витя упрется ногами в дерево и подтолкнет меня, а я надену страховку осторожненько. А ты сможешь нас двоих подстраховать? А зачем? У меня вон доктор есть, он мне поможет. Конечно. Молодец, Кружко, схема рабочая. Отрубился. Где? Я к нему подходил, он разговаривал. Ничего вроде бы, а тут смотрю, по нулям. Доктор, у меня тут еще один, весь ободранный. Возьми перекись в сумке, я обработаю его, потом перевяжу. Сумку бери. А снег еще? Сердце? Ко мне испугался, что ли? Ты все равно в сумке у меня роешься. Там... В боковом кармане адреналин, набери шприц. Чай будешь? Нет. И ты не будешь? Уже отпил? Нет. В смысле, я одну ложку сахара положил. Это с Эндой выкинуть. Чего? А печенье ел? Нет, не ел. Шоколадку в сумке возьми. Юль, человеку нужны углеводы. Ну вот пополнишь запас углеводов. Молочные? Угу.
А, ты думаешь, что следак весь отряд хочет истребить, да? Есть ему без надобности. Если он мстит за Ирину Липкину, то в ее смерти он мог бы винить только трех человек. Дронова, Нефедова и Касацкого. Дронов погиб. Нефедов инвалид. Остается Игорь. Да. И вот только после его смерти его миссия будет завершена. Насколько народу еще погибнет, его, видимо, мало волнует. Саш, надо бы в парк съездить. Там самокат взбесился. Принято. Юль, с бесившимся самокатом справишься? Ну а ты что, нет? Я не закончил за счет. Я эту бомбу сам найду. А ты давай сгоняй в парк. Ну правда, прогуляйся, подыши свежим воздухом. Может быть, купи себе сахарную вату. Возьми свои ролики, покатайся. Может быть, тебя паранойя отпустит. Я бы с тобой съездил, но мне нельзя. Базу не с кем оставить. Давай, давай. Самокат ждет. Продукты выкинь. Есть! А вот это реально не очень хорошо. Ашот, смотри. Да, опасный камень. Очень опасный. Или я зря паникую? Паникуешь ты, конечно, зря. А вот закрепить этот валун надо обязательно. Давай тащи веревку, я наверх. Как, полегче? Ага. Да, не так больно уже вроде. Угу. Держись. Страховка готова. Медленно, как гусеница, идете к дереву и стараетесь его не задевать. Готова, Саня? Ага, пошли. Привет, мужики. Давайте вот этого забирайте, у него серьезных травм нету. Скорее всего, сердечной недостаточно. Я только что адреналин вколол. А вы что, больше никого нет, что ли? Приедут, мы ближе всех были. Подожди, сердечный недостаточность, это вообще как? Это так ваши ребята диспансеризацию проходят. Вот так. Ну, выздоровеет, я его прибью. Он же мог посреди соревнований дуба дать. Мог, мог. Так, возьми перевязанную, отведи скорую. Ага. Отойдите все назад! Осторожно, самокат без тормозов! Отходите, задавит всех! Веня! Венечка! Масенька, что, моя хорошая? А можно я сверну в аллейку? У меня головка закружилась! Ни в коем случае, моя хорошая, не надо! Куда эта аллейка тебя завезет? В дерево или в столб? Веня, я больше не могу! Потерпи, мой цыпленочек! Еще немножечко потерпи! Остановитесь, куда нельзя! Спокойно, я из МЧС! Мася! Аня! Здравствуйте! Не пришли! Приехала! Ашот, держи. Долго она так не продержится. Раз то здорово, с корнями вырвало. Да вижу я. Все понимаю. Фиксируй покрепче. Будем надеяться, что выдержит. Игорь, Игорь Касацкий. Игорь Касацкий, прием. Николай, слушаю. Ты видишь нас? Вижу. Слушай меня. Мне нужно, чтобы вот от машин и до нас никого не было. Ни одного человека, все чисто. Понял? И все машины подальше отгоняй. Понял, постараемся. Выполняй. Работаем. А почему только там расчистить? Эта дура может покатиться куда угодно. Только если эта дура сама покатится. С дуру. Мужики! Давайте всех по машинам и по возможности назад! Вы
Очень хорошо дышите, кстати, молодец. Все бы так дышали. Я уже устала дышать. Спокойно, спокойно, зато как красиво едем. Смотрите, хоть в цирке выступай. Как медведи! Спокойно, спокойно, не делаем резких движений. Смотрите, сейчас я буду вас страховать, контролировать и направлять. И мы приедем куда надо, хорошо? Ну, поехали. Раз. Два. Отпускаем, отпускаем. Машенька! Что, что-то болит? Ну, как твой сустав? Не выбило? Хорошо. О, Веня, вот это отпуск. Игорь, хорошо. Соня, ты мной руководи, а то я ничего не вижу, ладно? Да, держись левее. Чуть-чуть. Чуть-чуть, Стоп, так удобнее будет косынку надеть. Ребят, вы меня точно не уроните? Ты, главное, сам себя не урони и головой не верти. Еще чуть-чуть. И придвинь меня осторожно. Есть. Сейчас чуть-чуть еще. Давай. Семечкин, делаешь все медленно, аккуратно. Ноги разгибаешь так, чтобы я слышал, как твои коленочки хрустят. Я начинаю работать. Держись так. Принято, держусь. Давно работаешь? Михаил. Михаил. Полгода уже почти. Но в таком крутом клубе еще не бывал. Вот только благодаря вам попаду. Ну, хоть кому-то повезло. Да просто внутри побывать. Понятно, что на концерт не пустят. Послушай, сынок. Лейтенант. Тем более, мы приехали сюда работать. Если я увижу, что ты выцыганиваешь билеты... Да вы что, товарищ подполковник? Я нет, я ж так просто. Да и кто мне предложит? Вам-то да, а мне... Хотел бы я посмотреть на того храбреца, который мне что-то предложит. А ты по телеку посмотришь свою Меняйлову. Мануйлову. Тем более. Сейчас. Так, мы всех отогнали. Вы чего собираетесь? Не фигешься. Без паники, все под контролем. Точно? Стопудово. Я черт его знает. Принес. Ну как? Да как, плохо дело. Ползет дура. За собой тянет. В любой момент ухнет и оползать будет. Кирдык. Принес? Да. А, отлично. Надеюсь, хватит. Огнетушители. Пойдемте. Вот, пожалуйста. Меняли недавно. Это хорошо. Аварийные выходы проверил. Проверьте огнетушители. Да, стрелка в зеленой зоне. Ну вот видите, все у нас в порядке. Да, вижу. У вас все в порядке. Прям хочется грамоту выписать. Давайте посмотрим на склад.
пожалуйста. Вы понимаете, заведения такого уровня просто обязаны быть в идеальном состоянии. К нам ходит элита. Я знаю. Прошу. Все, закрепила! Ну, больше нечего волноваться, никуда не улетишь. Вить, не устал? Не, все нормально. Я тут как на шезлонге, только коктейля не хватает. Молотова, Семечкин, коктейль тебе. Хорош парковать там, работу делайте. Я сейчас тебе лямку отрежу, и ты повиснешь. Точно? Да точно, я на такой же страховке вешу и не падаю. Ладно. Пашка, дружище, ты меня прости, ладно? А то я тебе наговорил фигни всякой. Да не парься, нормально все сказал. Ты реальный чемпион. Лучший. Давай, Сонь! Подтягивай. Молодец, Соня! Ну, как вы видите, на складе у нас тоже все в порядке. А это что? Фейерверк. Понимаете, Мануилова требует, чтобы у нее на сцене был холодный дождь. Это абсолютно безопасно. Я в курсе, что такое фейерверк. Где на него сертификаты? Где-то должны быть. Эту дрянь я знаю. Контрафакт на Китай за 3 копейки. Уже были самовозгорания. Да мы 1000 раз такое покупали. Я бы на вашем месте этим не хвастался. Где на него сертификаты? Войдите в наше положение. Это требование артистки, у нее в райдере прописано. У Меняйловой. Мануйловой. Тем более. Прям так и написано. Меняйловой нужен контрафактный Китай. Ребята, если вы не сэкономите на безопасности, я петь отказываюсь. Так? Ну, не совсем так. Ну, в общем, вот это все надо утилизировать. Пашка, больно! Тренер, уйдите отсюда, не мешайте. Нормально, пап, не дергайся. Принял? Молодцы, вылезайте. Отлично. Да подними это проклятое дерево уже. Да сейчас мы поднимем, уйдите. Пашка, ты как? Да никак, обкололи, не чувствую ничего. Плакалом олимпийское золото. Ты давай на полпути с трассы не сливайся. Правильно, правильно, за золото еще поборемся. Поборемся, конечно, поборемся. Слышь? Все, все, потом поговорите, давайте, забирай его. Не устал? Нормально. Сейчас снимут уже. Так, дерево убрать надо. Данил, я плечо тебе вправлю. Давай, так, давай. Страхуй. Ага. Готов? Но, да. Подожди. Тихо, не трогай. Так. Нормально. Вы аккуратнее. Так, Леня, сейчас мы будем поднимать это бревно. Когда я скажу можно, вытаскиваешь его. Готов? Готов. Поехали. Можно? Давай, давай, давай. Все. Пашка. Паш, Паш. Ну как ноги? Покалывает. Обошлось, значит. Освободите хоть какую часть дороги. У вас что там, горит что ли? Пока не горит, но может разгореться. Ты знаешь, почему я такой злой? Потому что у меня там раненый велосипедист или зад. А ты еще раз будешь орать на меня. Я твою кричалку заглушу, понял? Да понял. У меня Вовка. Вовка Авраменко пропал, он замыкающим шел. Нигде не могу найти. А вы что, сразу посчитать не могли? Пойдем. Подожди, это не он? Вовка, его скорее всего засыпало. Тихо. Это точно он. Ну, помогай, давай аккуратно. Ребята, кто могут? Давайте сюда. Аккуратно. Так, только очень аккуратно. Надеюсь, в игру Дженгу играли? Понятно!
Лейтенант, командир! Я понял! Лежать! Есть у меня ощущение, что ты уволен. Вовка! Ну ты как, живой? Ну, моргни. Да, живой. Ну а что ж ты раньше молчал? Уснул, что ли? Так, мужики, а вот не время камни раскидывать. Давайте аккуратненько сторонки складывайте. Скорая должна подъехать. Давай, ребят, куда? Сейчас, секунду. Потерпи чуть-чуть, сейчас. Вот, тем более, с тобой уже приехали. Так что готовься сейчас. Командир, давай запускай его, пусть подъезжает ближе. Че ты стоишь? Подъезжай ближе, поможешь загрузить. Так я не сюда, у меня другой маршрут. В смысле другой маршрут? Я вообще-то смену еду сдавать. Ты че мямлишь, где старший? А ты кто? Мужик, слушай, давай договоримся, я на самолет опаздываю. Договоримся? Давай. Понял? Свободен. Вот, отлично. Аккуратненький у нас шурфик. Ашот, давай камнями выложим, чтобы труба получилась. А может, мы зря это? Можно было просто всех разогнать внизу и подождать, пока упадет. А если он не сейчас упадет, а завтра, когда здесь люди поедут? Вот, отлично. И еще нужен какой-нибудь плоский покрупнее. Совет? Да. Будем заслонку делать. Заслоночка. Сюда. Ух, поторапливаться надо. А то сорвется, Прохору прям в лоб прилетит. Заслоночка. А точно все сработает? А что тут может не сработать? Все проще простого. Элементарный направленный взрыв. Я не знаю, я просто никогда ничего не взрывал. Закладываем аккуратненько. Отлично. Хорошо. Отлично. Ребят, всем внимание. Сейчас будет небольшой и очень аккуратный взрыв. Приняли. Не взрывал, говоришь? А надо когда-то начинать. Поджигай. С удовольствием. Спинами срослись. Давайте, вылезайте. Может, сначала расцепимся? Может, лучше наверху? А может, вообще завтра, Семечки? Я все. Сейчас. Заела. Достану. Не надо! Спускай меня, я сам! Носилки сюда, быстро! Стой, что случилось? Соня сорвалась! Там! Где? Ё-моё!
Хорошо, понял. Ты что здесь стоишь? Я тебе сказал, ты уволен. Пошел вон. Послушайте, он уволен. Ну, бывает так. Попался один сотрудник-идиот. Я не знаю других ваших сотрудников. А еще я не знаю, что вашим сотрудникам взбредет в голову. Да ничего подобного раньше никогда и больше никогда. А гарантии? Кто мне даст гарантии, что на концерте, где будут люди, не произойдет ЧП? Я дам гарантии. Что-то вы не особо похожи на гаранта. Итак, я приостанавливаю работу клуба до тех пор, пока все ваши сотрудники не сдадут зачет по технике безопасности. Подписывайте. О людях подумайте. Народ ждет концерта Мануйловой не первый месяц. Народ? Это элита, что ли? Михаил, подпишешь. А я пойду посижу в машине. Товарищ лейтенант, может быть, мы как-то уладим. Сотрудники пройдут инструктаж, и мы все проверим на пожаробезопасности. Но после концерта Мануйловой. Ну, вы сами потом все проконтролируете. Я вам дам 2 билета на лучшие места. Спасибо. Я лучше концерт Мануйловой по телеку посмотрю. Ленька, ты идешь в больницу, сразу звонить, понял? Постарайтесь не потерять по дороге, а? Семечкин, иди сюда. Ты грузил оборудование? Ну, я грузил. Но я же не зубами грузил, я же перекусить веревку не мог. А тебя проверять не учили, что ты грузишь? Так, Игорь, ну, не пыли. По холодной голове надо разбираться. Кто грузил, кто проверял. По какой холодной голове? Ему вообще голову не выдали. Кто последний проводил инвентаризацию на складе? Я спрашиваю, кто проводил? Я проводил. Ты у меня под суд пойдешь. Игорь, это уже чересчур. Чересчур? Вот это вот не чересчур! Касацкий, надо мужиком оставаться. Или хочешь, я тебе успокоительно вколю? Скажу прямо, Сергей Саидович, не такого результата я ожидал. Мне звонят каждые 5 минут, как в день рождения. Видимо, не поздравляют. Да уж, какие поздравления? Тут соболезновать пора. Отменить концерт Мануйлова – это… Да ничего не отменял, товарищ генерал. Я ведь не против искусства. Пусть себе поет на здоровье, но не в этом клубе. Давайте мы с вами шашкой махать не будем. А то с вашим рвением через неделю в Сочи все будет закрыто. Представляете, как было бы хорошо. Человеческая жизнь дороже. Представляю. Аж мурашки по коже. Сергей Саидович, располагайтесь в кабинете, и по объектам вам больше бегать ни к чему. Все же мне все бегать-то запрещают. Разрешите идти? Идите. Только не бегите. Ох, Соня, господи! Что? Что опять у вас случилось? Ну что, все собрали, можем ехать? Угу. Витек, все? Ты правда думал, что он профукал? Смотри сюда. Ну, может, перетерлось. Ну, вот это вот перетерлось. А вот это, судя по всему, надрезали. Господи, Юра. Ты что, мой кабинет отмычкой вскрыл? Зачем? Я же мент, а не вор, у меня ключ есть. Замечательно. Что случилось? Ничего. Зашел проведать. Или проверить. Это тоже.
Вот ты позапрошлой ночью вроде бы оставалась дежурить. А из больницы на всю ночь ушла. Выходит, ты в другом месте дежурила? Думаешь, у любовника была? Где ты была, я знаю. И предупреждаю тебя в последний раз. Ты не должна иметь никаких дел с этими спасателями. Совсем никаких? А если кого-то из них ко мне в больницу привезут? Наверняка привезут, и не раз. Но ты же не один врач больницы. Валентина, я вот сейчас не шучу. Я вот сейчас ни разу не шучу. Держись от них подальше, иначе это плохо кончится. Погодой вам повезло. Да. А? Ветер, главное, свежий, гипоаллерген. Ты представляешь, мы свою мелку еле из номера вытолкали. Для нее мамульки день рождения не повод погулять. У них возраст такой, им ничего вообще не надо. Еще сейчас как выйдем, да как помчим. Раскинулось море широко. Это самый бюджетный вариант для прогулки. Но у меня есть и побольше. Нет, Вазген, не надо. На, команда небольшая. Капитан да Юнга. Ладно, давай ключи. Не забудьте надеть бронежилеты. Обязательно. Слышали, красавица, пойдем наряжаться. Пойдем. Пойдем. Ага. А у вас тут Wi-Fi есть? Дорогая, у меня на лодке только Wi-Fi есть. Давай, дорогуся. Так, дай-ка я застегну. А это что, каюта? Ну, вроде того. Все, я пошла. Плотно дверь не закрывайте, заедает. Кстати, у меня есть еще акваланги. Принести? Недорого. Нет, спасибо. Мы... А что нам под водой делать? Мы тонуть не собираемся, Вазген. Пока ее сами сидируем. Но ведь операция хорошо прошла. Нормально. Дорогие мои, это спиной мозг. Мы не можем заранее знать, какие будут последствия. Скажите, Соня сегодня очнется? Я так понимаю, вы тоже собираетесь тут высиживать? Я тех двоих еле прогнала. Кого? Касацкого и Фомина. В общем, нет, не очнется. Ладно, я тогда, наверное, позже зайду. Давай. А я здесь буду сидеть. Долго будешь сидеть, только не здесь. Понял, я спокойно. Я прошу вас не устраивать. Угробила мою дочь, подонок. Ведь я наоборот ее вытащил. Да я тебя закопаю. Послушайте, Иван Михайлович, успокойтесь. Я старше по званию. Командир отряда, я несу за него ответственность. Саша, не надо, вообще он прав. Семечкин. Ребят, пожалуйста, подождите на улице. Все, мы уходим. Простите меня, пожалуйста. Да пойдем уже. Успокоился, это приказ. Уйди отсюда. Thank you.
Ей очень повезло. Она будет жить. Это уже точно. Вопрос как? Не изводите себя. Поезжайте домой, поспите. Ну или хотя бы поешьте. Вы когда последний раз ели? Доктор, я прошу вас выйти. Мне необходимо поговорить с отцом пострадавшей. Вы можете поговорить в коридоре? Не могу. Я тебя предупреждал. Шурка, ну что, на море идем? Пошли лучше в музей. Ну так были же уже вчера. Сколько можно? Здесь мало военных музеев. А почему? Ни одного сражения тут не было. Я ж тебе уже говорил, не было боев в Сочи. Тут госпиталя были. Ну как, немцы сюда совсем не приходили? Не приходили, прилетали. Вон, с моря. Вот пойдем на пляж, покажу, с какой стороны они залетали. Ну ладно, пошли. Сейчас я тебе крем от солнца принесу. Деда! Шурка! Да я не хотела ехать в эти Сочи. Ну и осталось бы. Сегодня на Серебрянку пошла бы с нами купаться. И Клим тоже идет. Чего? Клим идет? Ага. И Кусик тоже будет. Скотина. Я убью ее. Товарищи, я вахты не в силах стоять, сказал кочегар кочегару. 20 лет прошло, а ты до сих пор скучаешь по этому всему, да, Сереж? Почему поэтому? Море, солнце, брызги, штурвал. Варушка, я ведь ледокол водил. Какие брызги, какое солнце. Нет, хотя брызги, конечно, были, но я не могу сказать, что я уж по ним слишком так скучаю. Но все равно морская романтика. Это... Алька! Давай, вылезай тут. Ты что там засела, как крыса? Крыса! Будем тонуть, выйду. Не трогай ты ее. Переходный возраст у человека. Переходный возраст. Отец я или не отец? Ты рулевой. Рулевой. А рулевой, дай порулить, а? Уверена? Ну, конечно, хоть минуточку, о, пожалуйста. Слово именинницы закон. Сережка! Ты моя капитанша! Алька, а ну-ка давай, выходи. Смотри, как наша мама управляется. Давай. Как говорится, тяжело в учении. Легко в бою. Точно. На вызов бы сейчас. Типун тебе на язык, Семечкин. Да все лучше, чем про Соню думать. Так бы спас кого-нибудь напоследок. Гляди-ка, Будилова напугал тюрьмой, а он уже и собрался. Угу. Витя, он сейчас не в адеквате, это надо понимать. Да все я понимаю, я Соню чуть не убил. Виноват, значит, виноват. Это твоя причина. Это я виноват. Была бы я на базе, когда Волошин приходил, это бы не произошло. Юль, ну хватит. Ты ерунду говоришь сейчас. Сахар повыкидывал, вот дура. А он пошел на склад и порезал трос, который сверху лежал. Да если бы он хотел покушение на Игоря сделать, он бы все тросы перерезал. А так непонятно, кто бы сорвался. Если были бы перерезаны все тросы, покушение было бы налицо. А так, халатность. В тот день официально работали Касацкий и Соня. Волошин об этом знал, специально спрашивал. А Соня тоже была на том пожаре в клубе. Но ее спасли первые, потому что Будилов ходил и орал на всех. А вот Ирину не успели. Поэтому кто бы из этих двоих не сорвался, Волошин любой вариант устраивал. Леонид, слушайте, а Соня, она ведь поправится? Вить, я даже рентгена не видел. Ну, так и посмотрел бы. Зашел бы к Валентине. Ты ж с ней, как говорится, на короткой ноге. Уже без ноги. Не хочет она меня больше видеть. Лень, все, расслабься. У нее другая нога появилась. Волошин. Кто?
Ну, все ясно. А что ясно? Почему этот Волошин про меня спрашивал вчера? Между прочим, еще один кандидат для Волошина. Слушайте, у меня уже голова пухнет от этого всего, правда? Угу. Ребята, в гостинице мальчик застрял в решетке балкона. Головой, естественно. Информацию скину. Еду. Сань, давай я, а? Мне ж там не пульку бабочку танцевать. Просто решетку раздвинуть. Ну, я здесь задыхаюсь, как в тюрьме. Езжай, Саид. Всю жизнь мечтал, чтобы Гиреев у меня отпрошелся. Что? Не-не, ничего, езжай. Александр, а можно я тоже на вызов поеду? Тебе, Семечкин? Нет. Иди катер мой. Есть. Слушай, может быть, я и не на ледоколе бы смогла? И на ледоколе, и на сухогрузе, и на танкере. Аль! Аля! Ну, давай, выходи. Слушай, отстань ты от нее, пусть сидит. Прием в гостиницу, будет в номере сидеть. А здесь нечего. Так, держи крепко штурвал, я сейчас. Держу, давай. Аль, ну хорош, давай, вылезай. Пап, отвяжись, а. Дай телефон. Добрый день. Весело вы тут отдыхаете. Да уж, добрый. Видите, с головой у нас проблемы. Да какая-то проблема. Знаете, сколько я голов вытащил? Как тебя как зовут, юноша? Шурка, а почему вы с палочкой? Вы старенький? Шур. А скажи, почему твой дедушка на полу сидит? Да я так присел внуку компанию составить. Ну-ка, а испарина от того, что день жаркий, так? Похоже, твой дедушка чего-то не договаривает. Он грудь тер. Вот так, я видел. Ябеда. Понятно. Значит, голова пока подождет. Так. Сейчас мы. Опа. Кладете под язык и рассасывайте. Наверняка опыт имеется. Вы пока тут посидите, а я вызову скорую. Не, я внука не брошу. Подполковник Гиреев, срочно скорую в отеле Кюм, 302 номер. Сердечный приступ. Все ждем. Ничего себе, подполковник! А то! Ну, готов? Да! Поехали! Обязательно было день рождения матери портить. Да нафига я вам там? Чтоб сидела с тупой рожей, рот души и палилась, что меня все достало? Зачем вы меня вообще сюда притащили? Я домой хочу, в Москву. Ну, да поедешь ты в свою Москву. Всего 4 дня осталось. Давай, вылезай. И дави лбу шире до ушей. Даже если тебе плевать на родителей с высокой колокольни. Да вам на меня плевать. Никто ни разу не спросил, что я хочу и что мне нужно. Надо скорую. Меня уже отпустило. Когда вас отпустит, будет уже поздно. Но я просто за внука переволновался. Но вы же не хотите, чтобы я переволновался за вас? Давайте, вставайте. Сейчас приедет скорая. А вы пока полежите в номере, там попрохладнее. Шур, давай с нами. Че торчать одному на балконе? Море человек, наверное, с корабля затонувшего или с самолета. Какой человек? Он далеко, в оранжевом жилете. Так. Ну, видите, да? Нет. Там. Вижу. Семечкин! Семечкин! Хватит страдать уже. Хватай гидрокостюмы и на катер, живо.
Живо, живо! Есть! Папа, вы куда? На рыбалку. Что-то случилось? Человек за бортом, только борта нет. А может, я с вами? Сейчас! На базе сиди! Привет! Я к вам посоветоваться пришла. По поводу? У меня вчера сообщение пришло, анонимное. Угу. У человека есть информация, и он хочет ее опубликовать, но сам боится. Какого рода информация? Про одного сотрудника МЧС. Ух ты. Ну, так он сказал. Ну, типа, это моя тема, и я не испугаюсь, и смогу провести расследование. Ну, прекрасно, пусть присылает. Нет, это он тоже боится. Мало ли кто перехватит информацию. Он хочет, чтобы я пришла вечером к морю. Вот сюда, точку прислал. Что, на пляж, что ли? Нет, там вечером никого не бывает. Ну, да. Я одна должна прийти. Слушай, что это за игры такие? Давай я вместо тебя пойду. Нет, а вдруг он к вам не выйдет? И потом напишет про меня в сети, что я струсила, и репутация моей хана. Ах, репутация. Маш, мне это не нравится абсолютно. Ты хотела моего совета? Вот мой совет. Не ходи. Слушайте, а вы можете его как-то в сети пробить? Не могу. Ресурсов таких больше нет. С тобой? Ну, ты как думаешь? Конечно, говорил тогда еще после гибели Валеры. Варя, ты ему сказала про нас? Про нас с тобой? Ты серьезно? Прости. Он спрашивал меня вчера про пожар в клубе год назад, где девушка погибла, помнишь? Помню, конечно. Валеру тогда еще проверками замучили. Ну, тебя же там не было. Ну, да. Волошин интересовался, где я был в этот день. Ты не сказал, что был со мной? Нет, но мне показалось, он и так знает. Ты решил тебя предупредить. Спасибо, конечно. Но мне же все равно. Я сама все рассказала этой девочке Маше, которая видео делала. Ну, с дур, конечно, сорвалась. Ясно. Маша, конечно, рассказала своим. Юля пошла к Волошину. Может, и наши уже все знают. Тебе стыдно перед ним? Да. Да и перед Валерием Аркадьевичем. И перед тобой. Понимаю. Ну, теперь уже поздно жалеть. Я ни о чем не жалею. Я люблю тебя, Варя. Вижу его, вон железо! Лицом кверху. Будем надеяться, что живой. Живая. Глазастый, ты доктор. Отсюда, что ли, прям видишь? Вижу, что это она, а не он. А живая, не живая, пока не вижу. Сейчас подойду. Давай. Живая? Живая! Голова только разбита. Ладно, аккуратно. Мужики, давайте. Берем, берем. Она не тяжелая. Да, это она пока в воде не тяжелая. Опа, клади. Все, сюда. Оп, аккуратно, тихо.
Сумочку дай мою. Николай, там еще что-то? Да, да. Здесь букет плавает! Свадебный букет-то. Может, на яхте какой-нибудь свадьба была, она упала, по пьяни никто не заметил. Только она не особо для свадьбы одета. Кость, а как думаешь, сколько она здесь проплавала? Судя по состоянию, минут 20-30, не больше. Рана серьезная? Да рана вообще ерунда. Скорее всего, просто сотрясение. Хорошо. Эх, русалка, русалка, откуда ж тебя принесло? Темечкин, еще что-то нашел? Тут пятно какое-то, масляное, и канистра. Да тут, возможно, лодка затонула. Интересно, сколько их было человек? Я не могу больше. Зачем ты нас сюда притащил? Мы же утонем. Ничего. Больше сейчас не утонем. Здесь, понимаешь, образовался воздушный пузырь. Ну-ка, дерни. Дерни. Можем дышать сколько угодно, пока нас не найдут. Нас вообще искать будут? Конечно. Мама же посылала за помощью. А если мама тоже утонула? Нет. Наша мама утонуть не может. Она послушная. Ей сказали надеть жилет, а она надела. Надень жилет. Ну-ка, руку. Я, значит, такая плохая, да? Непослушная? Вот и надо было без меня ехать. Что-то тут есть. Алло. Что? Алло, Сережа. Они утонули, господи. Сколько вас было? Они сколько утонули, вас было? Спасите их. Нас трое. Я, муж и дочка. А, пустите меня, они в каюте. Пустите Успокойся. Меня, они в каюте. Да, это катер. Я переодеваться, погружаться будем. Пустите. А вы, собственно, кому? Виктора Семечкина хотелось бы увидеть. Он на выезде. Уверен. Послушайте, если вы нам не доверяете, можете сами пройти везде. Только мы пройдем вместе с вами. Ну, разумеется, я могу пройти. Мне вашего разрешения не требуется. А на каком он выезде? Где? Спасательная операция на море. А я так понимаю, что вам уже удалось с Будиловым пообщаться? А разве я перед вами обязан отчитываться, с кем общаюсь? Значит, вы, Касацкий, утверждаете, что именно Семечкин проводил последнюю инвентаризацию спасательного оборудования? Я ничего не утверждаю. Послушайте, все есть в отчетах, в документации. Если вам интересно, можете ознакомиться. А главное, проверьте трос. Он там же на месте был передан сотрудником полиции. И он был надрезан. Экспертиза этого не подтвердила. В смысле? Как? Саш. Юрий Петрович. А вот мне очень интересно, почему именно вы ведете это дело, а? Вам что, кажется, что оно как-то связано с другим покушением? Я веду это дело, Юлия Владимировна, потому что оно мне поручено. И доведу это дело до конца. Уж поверьте. Ну, показывайте мне вашу документацию. За мной. Отлично, прямо под нами. Это катер, да? А они внутри... Они живы? Это эхолот. Мы видим только очертания. Сейчас нырнем. Витька, пошли вниз. Ага. Можно я сяду? Пожалуйста, я не могу лежать. Я хотя бы на воду буду смотреть. Пожалуйста. Успокойся, послушай меня. Возможно, у вас сотрясение мозга, так что лучше вам полежать. Я бы просто на водичку посмотрю, но они же не могли утонуть. Господи, Алечка, скажите, что они... Скажите, что они живы? Слышишь стук? Это не твои зубы. Пап. Что? Что они говорят? Держитесь, говорят. 5 минут.
Ты не врешь? Может, ты не понял, про что мне стучали? Бандиты. Я ж моряк. И тебя пытался научить азбуке Морзе, а ты не хочу, не хочу. Бя-бя-бя-бя-бя. Тихо. Тебе, Силанти, со всевозможной прямотой, что в успехе этого предприятия я не уверен. Так это же прекрасно. Я вот, когда иду на экзамен с полной уверенностью в успехе, я всегда получаю тройбан. Но от тройбана по античной истории еще ни один дом не рухнул. А история не припомнит случаев, когда бочка разрушила бы дом. А старожилы не припомнят. А может, хотя бы трубки открутим? Ну, воду внизу перекрыли же. Савка! Напряги свои гуманитарные извилины хотя бы 3 штучки. Мы для чего бочки двигаем? Чтобы не пришлось трубки отсоединять, они поэтому и протекают, что их протянули сюда под углом. Бочки подвинем, угол выровняем на 180 градусов. Может, на 90? А прямой это 90? Неважно. Давай закручивайся у себя. А ведь небось, когда мама нам давала эти имена, Саватей и Силантий, она надеялась, что вырастут крепкие крестьянские мужики, которые смогут и печь выложить, и корову подковать. Но что-то пошло не так. И она 20 лет уже не может с этим смириться. И доверяет свою водонагревательную систему политологу и историку. Я все. Двигаем? Давай только потихоньку. Давай. Давай еще 10 сантиметров. Хорош! Сделать! Сила! Ты живой? Сила! Помогите! Помогите! Пожалуйста! Но они же не могли утонуть, да? Они же не утонули. Тихо, тихо. Господи! Ну, скорее, Парочка, дорогая моя, утонули. А ну прекратите сейчас же! Их нашли! Нашли! Слава богу, живы все! Достаньте их! Достаньте! Почему они их не достают? Представляешь, Кость! Там самолет! Самолет? Мы на катере! Какой еще самолет? Вы их не нашли, да? Они что, меня обманывают? Лодка каким-то образом прямо на самолет легла. Ты чего за самолет-то, я не понимаю? Военный, старый. Современ Великой Отечественной. В общем, надо тросы вязать, попробуем дернуть. Давай. Только 3,5 осталось. Самолет сдвинуть не сможем. Мощи нам не хватит. Держи страховку. Отодвинем хвост немножко, чтобы дверь в каюту освободить. Каюта? Туда к ним вода затекла? Затекла. Там воздушный карман. Я закрепил! Отлично. Я вниз, хвост отвязывать. Сил! Очнись, а! Ну ты хоть отползи, я бочку сброшу. Мандела, он живой? Ты не скули, ты его оттащи куда-нибудь. Люди! Селяне! Соседи! Кто-нибудь живой? Или что это за сочинское вымирание? Савка! Обалдуй! Ты чего там бузатаришь? Помогите! Помогите! Позовите кого-нибудь, пожалуйста! Я не могу уже так! Сейчас позвоню, вызову! Держись! Нет, ну вот когда меня этот Будиловский амбал запихнул в машину, ты ж поехал за ним, и никто тебя не спалил. Мог бы спалить. Я за ним поехал, потому что он тебя уже увез. Ну что мне еще оставалось делать? А сейчас, пока тебя никто не похищал, чего я поеду? Так может, похитят еще? Слушай, да не будь дурой, и не ходи туда. Какой-то мутный тип, ночью на берег. Ни одна нормальная девчонка на такое не пойдет, если у нее есть мозг. Я не девчонка, а журналист, понял? А у него может быть важная информация, между прочим, про сотрудника МЧС. Мы живем в 21 веке. Способов передачи информации 1000. В конце концов, он может оставить флешку на вокзале в камере хранения, как в шпионском детективе. Вот ты такой умный, да? Между прочим, если бы он реально хотел меня похитить, он бы вообще не стал мне ничего писать, а просто бы подловил меня на улице, и все. Ну и супер, значит, и бояться нечего, правильно? Правильно. Очень рада, что ты за меня не боишься. А должен? Ну, чего ты меня не должен? Фомин, вот ты где. Свободно. Давно по крышам не лазил. Давай, бегом.
пришли, Николай? Почти. Иди на нос. Зачем? Иди, иди. Не переживайте, все в порядке. Там торпеда внизу. Рядом с катером и самолетом. Блин, а чего делать? Думать будем, что делать. Гвоздь дергать нельзя. Не дай бог рванет. Пиши старику, пиши, чтоб вызывал саперов. Только не звони. Мать услышит, опять истерику начнут. Давай. Доча, слушай, значит так, давай-ка сгруппируйся. Так как? Подтяни ноги к себе. Ближе. Так тоже тепло сохранишь. Вот так, давай, давай. Давай, вот так, давай. Почему они нас не достают? Готовятся. Не боюсь, достанут. Сейчас вернемся домой. Ты будешь самым красавым в тусовке. Ага, конечно. Да, скажи своему Климу. Клим, а вот ты когда-нибудь в море? На катере тону в открытом. Он скажет нет, а вот и купайся в своей серебрянке. Откуда про Клима знаешь? Ну, ты слышал, как ты по телефону разговаривала. Он тебе нравится, да? Ага. А что ты не пригласишь его к нам на дачу? Сходили вместе на рыбалку. На великах, ага, точно. На великах. Николай, я что подумал? Давайте мы торпеду зацепим на тросе и подальше отведем аккуратненько. Никуда мы ее не отведем, ее вообще кантовать нельзя. Нужно хвост потихонечку отрезать, чтобы освободить дверь в каюту. А если не резать, а просто хвост повернуть? Как ты его повернешь? Как, ломиком? Ломиком. Давайте ручку. Против лома нет приема. Так, давай заныриваем. Бери два запасных баллона. Есть. Почему они ушли так далеко? Они не могут их достать, да, у них не получается. Они специально ушли туда, чтобы я не слышала, да? Лариса, послушайте меня внимательно. Это спасатели, они занимаются своим делом. И я вас прошу, не лезьте не в свое дело, а? Хорошо? Они же их достанут, да? Привет. Привет, мам. С ней виделся, да? Котлеты погреть? И откуда ты все знаешь? А что тут знать? Видно же, голодный. Хочешь знать мое мнение? Я должен ее забыть. Найти хорошую девушку, построить дом, посадить дерево. Увези ее куда-нибудь. В смысле? В прямом. Она тебя любит, но она приличная женщина, вдова. Как она может с тобой здесь быть, с любовником? Значит, нужно отвезти ее туда, где вас никто не знает. Уехать и вас бросить? А мы тут без тебя умрем с голоду. Прям ложку ко рту никому поднести будет. Заберешь нас к себе, когда мы с отцом состаримся. Давай, Рессорина со мной никуда не поедет. Поедет. С чего ты вообще взяла, что она меня любит, мам? С того. Разве можно моего сыночка не влюбиться? Не родилась еще такая женщина на свет.
Смотрите, вон он, видите? Ну, тут сложно не увидеть. А что, в доме никого нет, что ли? Нет. Мать на базаре, у нас сегодня большой базар. Помогите. Бегу, бегу! Собачка там, аккуратней! Ого! А это кто? Это брат. Силантий, он с крыши упал. Он хоть живой? Фу, брысь, брысь! Она не кусается, нормально? Не кусается. Ага. Уйди! Это ж спасатель, он спасать нас пришел. Дурак, будку иди! Ей бы колбаски дать, она очень любит. Найдите колбаски, я пока с ним разберусь. Живой! Диспетчер скорой слушает. Отряд МЧС 3215, лейтенант Дмитрий Фомин. Не нужна скорая на Юнси 64. Что случилось? Голова разбита. Позвоночник? Позвоночник не знаю. Без сознания. Я могу его оттащить? Нет, ничего не трогайте до приезда скорой. Ладно, хорошо. Я вас понял. Ждите. Что ж ты про брата не сказал? Я бы тогда с доктором приехал. Да я ж не знал, соседка убежала звонить. Я не знал, кого она позовет. Ладно, держись там, я сейчас. Я тебе веревку сброшу. Руку через петлю продень. Да как я продену? Я ж бочки держу, они на брата упадут. Да ничего не случится. Руку на секунду оторвешь и проденешь. Не упадут твои бочки. Давай, давай, давай. Молодец, я сейчас спущусь, освобожу тебя. Савка, доктора приехали, они помогут. Выдыхай! Чё встал? Поднимайся наверх! Вы это поднимете? Да как я подниму это безобразие, только если вниз? Ну там твоя собака и твой брат! Уберите его! И собаку тоже! Быстрее! Как сил? Нормально, Сав. Ну что, политолог Саватей, историк Силантий, со вторым днем рождения вас? Как дела, ребята? Саперы к вам выехали. Спасибо, старик. У нас все нормально, уже пострадавших достаем. Но не пуха. Чего это он? Зачем саперов?
Это для порядка. Но для протокола. Когда-то что-то находится в силике Отечественной войны, надо саперов вызывать. Это порядок такой. Тача, нос. Ты сейчас возьми дыхание и зажми нос, поняла? Поняла, папа. Давай, Тача. Нос, Тача, нос зажми. Маленькая, замуж уже пора. Аккуратно, аккуратно, пацаны, не меня. Пап! Прохоров, этот тяжелый. Сережа! Сейчас, 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 по ноги бери. Сережа! 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 Так, спокойно, спокойно, ребят. Взял. Так. Пап! Сережа! Оп. Пап! Тихо, 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 не трогать. Никуда ты не денешься, все хорошо. Подвиньтесь, подвиньтесь, быстро. Вот и порядок. Господи! Сереженька, живой, живой, нахлебался немножко. Ты куда, Семечкин? О, а вот и коллеги по нашему саперному делу. Приветствую вас. Доброго дня. Какого лешего? Чего вы здесь торчите? Еще не всех спасли? Всех спасли, всех. Вон, все живы. Ну, дуйте к берегу тогда. Сейчас, спокойно. У меня там человек внизу. Человек? Сотрудник наш. А чего он там забыл рядом с торпедой? С чем? Чем? Круто. Достал! Смотрите, что достал! Семечкин, я тебе научу, как действовать без приказа. Что там у тебя? Это вещи летчика. Кто разрешил рисковать собой ради каких-то вещей? Да не простые это вещи! Это целая история! Здесь и пистолет есть. Может быть, по этому пистолету летчик определен? Может, действительно он там. Я подожду Волошного отделения. А потом прокачусь за ним следом, может, где и прогулится по пути. Где? Придет Касацкого убивать. Или Кистрина. Думаешь? Ну, если он за Липкина убивает, то и за Валентина Лукаски порвет запросто. Лень, ты куда? Поход собрался? Типа того. Я, видимо, ухожу. Меня ж так и не успели оформить на постоянку. Да у меня скоро в отряде никого не останется. Куда уходишь? Валя написала. Хочет, чтобы я увез ее. Все-таки решилась. Ладно, давай. Ну, елки-палки. Давай, все. Юля, счастливо. 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 Жалко. Хороший парень. Да, хороший. Волошин, видимо, чем-то его спугнул. Чем? Вот не знаю. В активную фазу вошел наш следователь. И это тоже значит, что за ним надо проследить. Не надо, Юль. Ну, Саша, не надо. Ничего страшного. Ну, тряхнуй стариной, подумаешь. Ой, смотри, чтоб не отвалилось. Да. И вообще, я сомневаюсь, что наш Волошин опаснее, чем китаец. Хорошо. Ну, извините, мужики, сами понимаете. Исчезните. Считаю до трех. Шибанутые какие-то. Интересно, что они будут с этой торпедой делать? Ну, сначала поднимут, а потом на переплавку отправят. Представляешь, сколько консервных банок получится? Серьезно? Посмотри на меня, разве я могу обмануть? Но им честно никого не обманывают. Может быть, на дне тот самый самолет, Ил-2Т. Какой тот самый? Легендарный торпедоносец-штурмовик. Ходили слухи, что он здесь упал. Только никаких сведений и документов не было. Ну вот они его поднимут и выяснят. Боюсь, после переплавки нечего будет поднимать. Да уж.
Сегодня отряд МЧС 3247 совершил двойной подвиг. Эти ребята, рискуя собой, не только спасли целую семью из потонувшего катера, но и подняли со дна моря настоящие исторические реликвии. Доча, да ты не про нас рассказывай, а про наши находки важные. Вот, посмотрите, что несет в руках старший лейтенант Виктор Семечкин. Это вещи военного летчика, чей самолет был сбит у берегов моря и пролежал на дне морском почти 80 лет. Молодцы, орлы! Ко мне. Полицию снимать не надо. Виктор Семечкин настоящий герой. Витя, мы тебя вытащим, не бойся. Сергей Александрович, не надо меня вытаскивать. Я лучше правда в тюрьму, мне так спокойнее будет. Гражданин следователь, что ж вы вцепились-то в нас, как клещ? То он всех посадит, то он всех убьет. Прям мастер на все руки. Так и знал, что к нему побежишь. Дура ты, Валентина. Вы ей ничего не сделаете. Конечно. Поэтому отойди, чтобы я ее не задел. Юра, пожалуйста. Я никуда с ним не поеду. Я больше никогда. Прости меня, прости. Да я не злюсь, Валь. Ну, втюрилась, с кем не бывает. Я же не из ревности, только ради тебя. Убери пистолет, Юра. Поехали домой. Валя, не бойся, он не выстрелит. А куда мне деваться? Ты же на меня с ножом напал. Хотел меня убить, чтобы женщину мою отобрать. А я еле отбился. На ноже будут твои отпечатки. А ты все это подтвердишь, радость моя. А я нет. Что ж ты все лезешь, тварь, а? Юр, ты спрячь! Перестань, хватит! Thank you.
Спасибо. Тихо, тихо, Валя. Его теперь посадят. Не факт. Xin chào tất cả các bạn, là từ đây các bạn ơi, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô một bức tranh về chiếc đèn bàn này nhé.
ơi, như vậy là mình đã cùng nhau tô màu xong bức tranh về chiếc đèn bàn này rồi. Các bạn nhớ nhấn like và ấn đăng ký kênh để cùng mình tô màu những bức tranh tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tô màu lần sau nhé.